Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Давид становится царем. После сего Давид попросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон. И пошел туда Давид. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.